проморзглый ветер, низкая температура за окном и дожди. Именно в такую погоду повышается риск простудиться и заболеть. В большей степени этому подвержены дети. Какие меры профилактики необходимо предпринять, чтобы уберечь здоровье своего ребенка, а заодно и свое? Нам расскажет заведующая Центром семейной вакцинации Нина Леонидовна Рассказова. Нина Леонидовна, добрый день. Добрый день, здравствуйте. А насколько известно, существует три способа профилактики гриппа и простудных заболеваний. Первый способ – это вакцинация, второй – химиопрофилактика и третий – неспецифическая профилактика. А как уверяют многие врачи, самый действенный способ – это первый – вакцинация. Но многие родители опасаются прививать и своих детей, и себя. Вот имеются ли под этими опасениями какие-то вот реальные основания? И если сделать все-таки прививку, будет ли организм защищен на все 100%? Ну, вообще, оценивая многолетний опыт вакцинации, да, можно действительно убедительно сказать, что вакцинация от гриппа на сегодня – это самый эффективный метод защиты, именно специфической, от гриппа. Современные вакцины, те вакцины, которые мы используем как людей, так и взрослых, они содержат только вирусные обломки. Они бывают разных классов. Для детей мы используем обломочки более мелкие, для детей старшего возраста и взрослых более крупные обломки. И вот по опыту те вакцины, которые используют более крупные обломки, оказывается, имеют еще второй эффект, не специфический. Вот эти вот обломочки, они тренируют те клетки, которые должны встречать вирусную инфекцию, бороться с ней, да? И человек практически на холодный сезон, привитый от гриппа, защищен от частых ОРВИ, он, есть вероятность, что он заболеет не на каждый контакт. И это, конечно, очень хорошо. А вот каждому ли человеку можно ли делать прививку от гриппа или есть какие-то ограничения? Вот если посмотреть инструкции препаратов, конечно же, каждый доктор, который занимается вакцинацией, их, естественно, изучает и просматривает. Вот, там отмечено, что на сегодня из противопоказаний абсолютных практически только одно. Это если есть аллергия к белку куриного яйца. Причем это не просто какие-то эпизоды высыпаний, а настоящая или анафилаксия, да, шок, или крапивница, или отек венки. Такие вот реакции являются противопоказанием. На сегодня, если вы посмотрите инструкцию вакцины против гриппа, будет отмечено, что те вакцины, которые мы используем на сегодня, они не содержат ни консервантов, ни антибиотиков в последние годы. То есть безопасность вакцин, вот она растет с каждым годом, можно сказать. Очень много современных вакцин, которые являются эффективными, безопасными. В инструкции отмечено по вакцинным препаратам, что мы можем делать вакцинацию препаратами, которые не содержат живого ослабленного вируса, даже после, например, нормализации температуры, в тот период, когда ребенок или любой человек выздоравливает. Какова картина по вакцинации складывается у нас? Ну, вы знаете, я считаю, что на сегодня вот кампания по вакцинации проходит более так массово и эффективно, да. Например, вот на прошлой неделе практически было привито более 40% от запланированного взрослого населения, и по разным поликлиникам где-то от 30 до 50% детского населения. Это очень хорошие проценты. Угу. Хорошо. Ну, с первым способом мы с вами более-менее разобрались. Да. Касательно второго способа, а именно применения различных противовирусных иммуностимулирующих препаратов, вот насколько действительно доказана их эффективность, и можно ли им действительно доверять и их пить? Но существует, да, так называемая сезонная, да, профилактика, фармпрофилактика. Чаще всего сюда входят препараты, так называемые индукторы интерферона. То есть они заставляют клетки своего организма вырабатывать больше своего интерферона, потому что именно интерферон блокирует механизм заражения клеточки. Да? Когда вирус попадает, он должен попасть внутрь клетки, а интерферон ему этого не дает сделать. И вторая группа препаратов, даже, может быть, у одного препарата есть два свойства, это прямое воздействие на вирус. Да? Многие препараты вмешиваются в процесс создания новых вирионов, да? И вирус не может размножаться в организме, то есть не разовьется клиника респираторного заболевания и гриппа. Вот. Многие препараты на сегодня существуют, конечно, но я бы хотела
чтобы люди не занимались самолечением, а вот, например, препараты, которые являются такими активными индукторами интерферона, были бы назначены врачом. Потому что врач, участковый врач, он, конечно, лучше знает как ребенка, так и взрослого, что ему больше подходит. Вторая группа препаратов – это могут быть витамины. Сезонная витамин-профилактика, она тоже имеет большое значение. Сюда же можно отнести и такие растительные препараты, которые являются адаптогенными. Вот их как раз лучше всего принимать именно с витаминами. Это может быть и элитерококк, и настойка женьшеня. Это может быть и эхиноцея, которые очень многие люди используют в сезонной именно профилактике. Третий вид профилактики, не специфическая. Вот что входит вот в это вот не совсем, наверное, не совсем понятное понятие для... Ну, не специфическая профилактика – это действительно очень большой объем. Но я бы хотела вот именно сделать некоторые вот разделы. Да, это у человека любого должен быть режим, оптимальный режим, режим труда и отдыха, да. Далее это, конечно, полноценное питание. Я бы очень хотела отметить физическую активность, ее значение. Если вы не занимаетесь там профессиональным спортом, то вот такая утренняя гигиеническая гимнастика, да, хотя бы ходьба, пробежки, посещение спортивных комплексов, бассейнов – это очень полезно для общей тренировки, для закаливания организма. К разряду специфической профилактики я бы хотела отнести и такие препараты, которые мы называем фитонцидами. В сезон холодного, в сезон вот респираторных заболеваний, да, нужно почаще употреблять в нашем рационе такие известные фитонциды, как чеснок, лук, мед. Это уже кладезь витаминов, я о нем говорю. Плюс питье, да, должно быть тоже витаминизированное. Это различные компоты, соки. Это еще, слава богу, остаются свежие фрукты и овощи. Вот. Это все и есть неспецифическая профилактика. А вот касательно, ну, вы тоже вот читала в интернете, нужно как можно чаще мыть руки, чтобы не подхватить какую-то заразу, не заразиться гриппом. Это тем более особенно актуально для деток, которые не так часто моют руки, как взрослые. Вот действительно, насколько ли верно это утверждение? Да, это раздел санитарно-гигиенических, да, мероприятий. Это важно. Мы очень часто трогаем свое лицо, губы, нос, глаза. И если вот вокруг нас много больных людей, мы трогаем много вещей вокруг нас, да, на которые могут осесть вот эти аэрозольные частички с вирусными возбудителями, и мы можем легко себя заразить. Конечно же, когда идет эпидподъем, надо мыть руки довольно часто. Не нужно забывать о том, что чтобы пользоваться средствами антисептиками, это и салфетки. Многие носят с собой в сумочке и такие вот небольшие флакончики, да, с антисептиками, они продаются в аптеке. Это тоже хорошая мера такой личной гигиены, которая может войти в состав неспецифической профилактики. Говорим о профилактике, и когда же все-таки нужно, до сколько месяцев до активной фазы вот пика заболеваемости нужно все-таки активную профилактику проводить? Там летом ли нужно уже этим начать заниматься? Или вот когда примерно рамки? Ну, если из нашего разговора, да, можно сделать вывод, что человек всегда должен поддерживать свое здоровье, заниматься круглогодично, да, профилактикой. Вот. Но, а вот именно активная профилактика, она начинается в холодный сезон, с наступлением холодов. Вот. Это следить и за своей одеждой, и принимать витамины, принимать, может быть, и препараты нормальной микрофлоры, принимать препараты, которые назначит доктор из индукторов интерферона. Но о своем здоровье и поддерживать особенно работу местного иммунитета нужно постоянно. Нина Леонидовна, большое спасибо за ответы. Я напоминаю, мы беседовали с заведующей Центром семейной вакцинации Ниной Леонидовной Рассказовой. Берегите себя и будьте здоровы!